Рынок ивент услуг пестрит разнообразием Дедов Морозов и Снегурочек, от начинающих волшебников до профессионалов с большим стажем. И чем больше опыт, тем выше ценник. Мы выше среднего. Мы выше среднего. Да. Но я думаю, что в следующем году мы будем элита. VIP, да. Однако челябинцев не смущают нынешние расценки на поздравления от главных героев Нового года. У Игоря и его помощницы Екатерины бронирование открылось с июля месяца. А праздничные елки начались с самого первого дня зимы. Во-первых, мы не стандартный Дед Мороз и Снегурочка. Мы не рассказываем стихи. Мы не поем песни. Мы на юморе больше. Мы веселые, мы пришли, мы зажигаем. И мы понимаем, что детям это тоже не нужно. Детям нужно просто хорошего душевного разговора вместе с ними. Хотя сами Деды Морозы утверждают, что из-за большого спроса конкуренции с коллегами у них не бывает, каждый старается выделиться на фоне остальных. Песнями и хороводами вокруг елки уже никого не удивить. Руслан – промышленный альпинист. Но под Новый год вместе со своими коллегами перевоплощается в Деда Мороза. Только вот в квартиры с мешком подарков наперевес он заходит через окно. Цена такого поздравления – от 5000. Зато полученные эмоции, утверждает Руслан, бесценны. Не то, что дети, иной раз и взрослые верят. Представьте, заявок уже 75 пока, но это только самое начало. Но я думаю, заявок 600-700 будет на этом году. Ну дай бог, будем поздравлять всех, всех успеем, ко всем приедем. Конкретные расценки за свои услуги Деды Морозы, как правило, не называют. Говорят, что они зависят от разных факторов – дополнительных услуг, формата мероприятия и самого клиента. Но родители, кажется, готовы отдать любую сумму, лишь бы их дети не переставали верить в новогоднее чудо. Уважаемые жители Челябинска, поздравляю от всей души вас с наступающим Новым годом. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, не болеть. Дождаться каждому своего подарочка на Новый год. Мы идем к вам. Елизавета Лебедева, Максим Курочкин и Павел Востротин. 31 канал.